Добрый день. От лица Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов я, Яркибаев Нуржан Батырович, хотел бы обратиться ко всем. В течение почти 30 лет совместной истории казахстанско-российские отношения отличались добрососедством, добросоюзничеством и политической культурой по всем сферам взаимоотношений. В сфере образования мы видим, что выдающиеся преподаватели из Казахстана читают лекции в российских университетах, а также у нас можно встретить преподавателей из России. Я, как директор Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, являюсь ярким примером дружественных отношений между Казахстаном и Россией. Если говорить о сфере здравоохранения, как жители Казахстана в России, так и граждане Российской Федерации на территории Казахстана могут беспрепятственно получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, проводятся встречи по обмену опытом для повышения квалификации медицинских кадров. С учетом всего вышесказанного, хотелось бы сказать лишь только одну фразу. Stop hating Russians.